Урал силен, Урал большой. Урал всегда открыт душой. У нас на всех один Урал. Урал порешал! Всем привет, это проект «Доступный Урал». Мы рассказываем о местах для путешествий, доступных любому человеку всего за один день. И сегодня мы поедем в очень интересное место. В пабликах постоянно мелькают фотографии виадуков близ поселка Октябрьский. И мы решили разобраться, что же это за такие виадуки, почему люди так любят их, ставят лайки и постоянно о них говорят. И мы отправляемся туда, в село Бартым. Село Бартым, судя по навигатору, находится где-то в 250 километрах от Перми, близ поселка Октябрьский. Чтобы не потеряться, запомните, за 15 километров до Октябрьского поворачивайте направо на Чернушку. Мы, кстати, сегодня не одни, с нами Саша. Саша! И Катя. Катя! Важная информация. Когда вы приехали в село Бартым, сразу же после переезда поворот направо. Пешком идти до моста не обязательно, можно проехать по дороге. Вот мы дошли наконец-то до Октябрьского виадука, назовем его Бартымским виадуком. Строительство его началось во второй половине 19 века с целью проложения альтернативного пути Транссибирской магистрали из Казани в Екатеринбург. Активное строительство началось в 1914, ну а закончился он уже во времена революции. Несмотря на всяческие трещины, выглядит все достаточно крепко, да, я соглашусь. Да, в гражданскую войну белые и красные строили железную дорогу друг навстречу друг другу. Правда, белые потом проиграли, и красные все-таки ее достроили сами. Этот мост признали не очень надежным для железной дороги и построили альтернативную ветку на насыпи. Вот. Мост, кстати, сделан из революционного по тем временам материала железобетон, а облицован гранитными плитами. Смотря на них, кстати, вспоминаю советские здания. Очень даже похожи. Я очень хочу залезть наверх и сделать что? Посмотреть, что там вообще находится. Ты такой молодец. Поддержка. Здесь еще растет костяника и волчья ягода. Смотрите, не перепутайте. Так, уходим отсюда. Бросай ее, бросай. Этот виадук самый лучший! Нет, не лучший. Мы сейчас поедем на другой виадук, который находится в поселке Пудлинговый.
Не все о нем знают, просто потому, что он находится, во-первых, в Свердловской области, во-вторых, не так много фото в интернете. Сейчас мы вам все покажем, а ее мы оставим здесь. Вы, кстати, смотрели «Кладбище паровозов»? Помните историю про черного путейщика? Итак, мы проехали поселок Сарс, где находится еще один виадук длиною аж 160 метров, но смотреть мы его не стали, потому что нас ждет огромный и интереснейший виадук в поселке Кудлинговой. Сейчас мы проезжаем поселок Октябрьский. Ух, идет сильный дождь, но дорога, в принципе, нормальная. Осталось нам ехать километров 25. Я все думал, Пудлинговый или Пудлинговый. Добрался до местности и выяснил у местных, что Пудлинговый. Но это не точно, как вы сами понимаете, ударение может быть всяческим. За моей спиной виадук. Огромный. Действующий виадук, по которому ездят настоящие поезда. Надо подождать, пока один пройдет. К сожалению, пройти к виадуку нельзя. Он огорожен колючей проволокой. Ну, сами понимаете, к ЖД-мостам подход просто так не разрешен. Вообще, это мне напоминает какой-то Хогвартс. Давайте же подождем поезд и посмотрим, куда отправится Гарри Поттер. Замечательное инженерное сооружение. Не такое, возможно, красивое, как виадук в Октябрьском районе, но большое, эпичное, мощное. Таких в нашей стране не так уж и много. Но ничего страшного, вокруг очень много фотоспотов, таких специальных мест, где вы сможете получить отличный ракурс на этот виадук и сделать красивое фото для вашего паблика, журнала, сайта, блога. Ну а давайте добавим немножко объема и посмотрим на все это с другого ракурса. Говорят, что виадуков здесь 7 на разном удалении, разного размера. Зайти не на все получается, потому что некоторые из них действующие, но тем не менее посмотреть на них очень круто. А еще говорят, что здесь видели черного путейщика. Но это не точно.